конце августа я был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего. И мне было поручено выехать в войска Сталинградского фронта для организации контрудара с севера в направлении Сталинграда, с тем, чтобы оттянуть от города как можно больше войск. 12 сентября я был срочно вызван в Ставку Верховного Главнокомандования для обсуждения обстановки. В Ставке Верховного Главнокомандования мы были с Александром Михайловичем Василевским. Поздоровавшись, Сталин обратился к нам: «Что нового на фронтах?» Александр Михайлович доложил последние известия, полученные с Кавказского фронта. «Любой ценой рвутся к нефти», — резюмировал Сталин. А потом, обратившись ко мне, спросил, что нового под Сталинградом. Я доложил последние сведения, какие имелись на Сталинградском фронте. Сталин спросил: «Ну, а что нужно для того, чтобы ликвидировать коридор севернее Сталинграда и соединиться с нашими войсками в городе?» Я доложил, что потребуется не менее одной полнокровной общевойсковой армии, танковый корпус, не менее трех танковых бригад, по крайней мере 400 стволов гаубичной артиллерии, и на время операции неплохо было бы сосредоточить одну еще авиационную армию. Сталин взял карту с расположением стратегических резервов и стал внимательно рассматривать. Чтобы не мешать Сталину, мы с Александром Михайловичем отошли от стола подальше и стали между собой очень тихо разговаривать, что все это, конечно, полумеры. Надо, видимо, искать иное решение вопроса. Сталин, подняв голову, спросил: «А какое иное решение?» Я никогда не думал, что у Сталина такой острый слух. А потом Сталин говорит: «Вот что, поезжайте в генеральный штаб, разберитесь поглубже в обстановке, подумайте, что надо будет предпринять в районе Сталинграда с тем, чтобы усилить нашу группировку и во что бы то ни стало удержать город. А завтра мы вновь соберемся в Ставке».